Так, зимняя карта, приватная игра. Тяжело. Нафиг приватная. Бля, так. И я закрыл. Да насрать. Все. Так, еще раз. Три. Приватка. Старт. Земля проклятых. Арк Аль Маги. Кто это? Это последний босс Червь Пидор? Блин, как тут холодно. У меня соски словно... Бля, это принц последний. Не, там типа... Если верить какой-то книге мудрости, то это деревня, убежище какого-то маги из Дагестана. Вот это колда с бебом просто снайперю как бог. Да. Понятно, не успели резнуть, уже был не слышу. Кстати, где он был? Там найдешь, короче. Где? В домике я дверь снес. А. Да, так он одноразовый. Понятно. Ты деда вызвал, Вован? Деда. А я убил этого деда. Ну, правильно. А, окей. Тут же еще дед застрял, вон. Переозвучь. Да. Сейчас будет саунд. Так, ну эта глава недолгая. Не. Я уже проверил. А вот следующая? Долго. Ну там, да. Как страж времени. Не, ну поменьше, на самом деле. Она также будет проходиться, да? Миллиард врагов? Да. Понятно. И в конце небось с кем-то арена без этого. Ну, да. Отлично! Кому нужен снайпер или 4, когда есть Сириус Сэм? А вот первый слив. Вован стареет. Космический десант 700 из 1000. Того лазера никогда не хватает. Лазер, как она там называется? Лазерная винтовка. И играть за них. Нет, был такой мод. Вот прям кататься на них. Ну хорош уже резаться, ёбаный в рот. Да. О, пошел. Сука, чё такое везение-то, блядь. Стопо было. Да. Пожалуй, пойду за ХП сбегаю обратно. Ай-яй, один ХП. Еще один секрет. Это где он? А, вон. А почему у меня... А, это нормальный костюм, я понял. Понял весь прикол. О,
Мне этот уровень кое-что напоминает, что мы немного отступили. Идите, возьмите. Страж времени, ты или это? Идите, бонус возьмите. Годи, я тут вытяну. Бесконечная война у нас. Ваниль. Тупые спауны. Конкретный слив вообще. Кричи. Фак. Откуда у нас... А, 200 тысяч уже. Другое дело. Они когда-нибудь кончатся или это как Call of Duty? Да. А, ну ладно. Они бесконечны только когда боссы. А. В колде любят ненормированное количество врагов делать. Пока до чекпоинта не дойдёшь. Да ну, сколько можно. Ну да. Вот и я тоже самое говорю. Еще в Call of Duty 2 это заебывало на ветеране. Сейчас бы в CMA 2 с бебом. Угу. Сейчас бы в CSGO с бебом. Но это надо выжидать. Payday Go. Эй. Такое. Было в Duty. Ну чувак, ну такое. Баван, ты уже деда выпили? А, выпили. Конечно. Ты супер бонус опять забыл. Артиллерия! На этот раз он не забрал. Ёбаный. А, вон он, да. Какого хера? Воу, он на мне заспаунился. А, вот он. Нет, он вообще-то перешел тебя просто. Червь, пидор, иди сюда. Ох ты, нихера вот он. Полеты. Это чё такое? Это чё такое? Чё за хуйня с ним? Нет, с ним кровь идет, как будто в нем месячный. Блять, мы его убиваем одновременно. Йоу. Нет, это что-то забаговал, он так себя вести не должен. Ну это понятно. Он тупо стоит на месте и плюется. Тогда надо убить его просто. Он всегда тут так вел себя, вы слышали? Наконец-то он сдох. Давай, ртом прям в меня. Блин, почти попал. Так. Не, так что Денис это фич. Да говно это какое-то. Кстати, возможно, ее исправят, да. Они же, когда новую версию делают, наверняка там поправили. А здесь они перевели. Прикольно. Бесчисливо перевели. Исследуем глубины. Матрешка. Трясет. Будь здоров. Блять. Немного хуёвый секрет. Нормальный. Мазафак. Ну, блин, сука. Он меня прям зажал. Ещё бы. Вот жизнь. Дай. Изи, блять, просто. Так, 30 хп. Шанс на выживание есть, но очень маленький. Привет. О, я понял. О, я понял. Походу я откатываюсь через пару минут. Куда? Куда? АФК фуван ер. У меня 30 хп и жизни нет. Можно да? Да, можно. Вот не про это я и говорил. Вот это вот блестящий хуйня, это же телепорт? Да, это портал там к сердечку. Лавовым големом? Его даже не было. Все понятно. А, блять, у меня же и так есть. Вот он. Это если бы серый вернулся назад. Блин, Вован насливал жизнь. Вообще. Да блин, я никогда это не ставил. Почему тупо? Это ж вызов. Там какой-нибудь Quake или Unreal. А вот
последних сингла нету. Кого потом? Вот, там унылый дизмач. Там унылый вызов. Не, вот в Unreal мне не особо понравилось последний. Так себе. Лучше Quake старый. Но не потянет. Нет, они, кстати, не будут такого делать. Ну, как у Дума, наверное, в системке будет. Ну да, ну, тянет. Если там тот же будет, то потянет. Вот меня не хотят. Да и стоить он будет не 5 рублей. А они не знают, будет ли он бесплатным или нет. Они пока думают. Сейчас как с Overwatch'ем скажут, сначала бесплатно, а потом. Да блин, в том Quake будет там полтора человека в онлайне сидеть. Два деда. Ну что, зато они будут верные фанаты. Ну вот такого типа шутеры, как Quake, они ж мертвые. Практически. Ну, опять же, выйдет новый Quake. Ой, механика не та, физика не та. 63 тысячи надо. Да, сейчас скоро будет. Вот это дебилизм. Потому что да, жизни нет. Потому что... Какой секрет? На русском. Нет. Да тут вообще изи, ты чё? Ты не ветеран, что ли? Не ветеран. Ты только случайно не упади. Так, я за тупым секретом не полезу, который там. Да, у нас. Я всю хп нет, потеряю. Так, иди, а как он все равно делается? На платформу там запрыгиваешь, которая слева. Она двигается. Ура! А, ну да, я помню задницу. Этот музон. Че? Да. Хорошо копируешь. Да. Когда тын-тын-тын-тун-тын-тын-тун. Я Турова попросил сделать кавер на тему Battlefield 3, он до сих пор ее не сделал. Аутист. Даже сказать нечего добавить. Ну, как видишь, есть. Блядь, забыл поставить, чтобы рядом возрождались, а. Уже на финале я забыл. Наконец-то я нашел выход. Я не понял, там вроде бесконечно. А, нет. А, вон он. Мираж. Да, я не пойду на главную арену. Тут же еще секрет есть. Правда, тоже даунский. Ха-ха-ха! Да. Что? Да вообще даунский. Все по-даунски. Погоди! А какой секрет? Там, которая броня вдалеке, да, секрет? Да. Да. Ну, сейчас я достану. Ты умрешь? Нет. Бля, я уже телепорт сделал. Так я рокет-джамп мог сделать. Не смог бы там слишком далеко. Пиздос. То есть, если тут лаву падаешь, все, конец? Даже хп нет, не боится? Еще. Есть время.
Ладно, я попробую. А какой телепорт ты нашел, Денис? Там справа от плазмы. Не, куда он ведет? В какую-то жопу, где три голема. О, да. А, все вспомнил, погоди. Нет. Справа или слева? Справа. А он одноразовый, что ли? Да. ГГ. Чё-то ни хрена не маленький уровень, я ошибся походу. Да, уже конец. О, 4000 метров. О, ни хрена себе, ты улетел. Ну я пешком дойду до тебя. Ну можно в телек посмотреть, пока Денис там воюет. Ну, босс червь пидор или что? Mm-mm. А, ну. Будь здоров. Спасибо. Еще будет интересно. Быки на льду, да. Последний секрет мы упустили. Мы броню упустили только. А, все. А, понятно. Спидранил называется. Надеюсь, что дверь открыта. Да. Вот это быки просто на льду. Охеренно смотрится. Еще не все. Так, я со льда, да, пожалуй, перескочу. Воу. О, привет. Брат, не надо. Брат, псих. Да. Понятно. Червь пидор. По-моему, открыться уже должно. Не, да, 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 да. Все, финал, Сириус Сэма. Ну шо, чешо.